Наличие зубных отложений, кровоточивость десен, подвижность зубов, кариес. Перечень недугов, с которыми обращаются брещане к стоматологам, обширный. И доктора, конечно же, помогают своим пациентам, но подчеркивают, проблемы всегда лучше предотвратить. Правильно обращаться к нам с целью профосмотра и для проведения профессиональной гигиены. Желательно это проводить раз в 6 месяцев, то есть 2 раза в год, обычным пациентам с обычным состоянием полости рта. Во время профессиональной гигиены врач убирает зубные отложения, какие-то пигментированные налеты, надподесневые зубные камни. Доктор может увидеть скрытые кариозные полости, дефекты реставрации уже существующих в полости рта у пациента и тем самым направить пациента и избежать более сложных случаев, которые потребуют более сложного, более дорогостоящего и длительного лечения, вплоть до того, чтобы, возможно, избежать потери зуба или нескольких зубов. Стоматология – очень прогрессивная отрасль медицины. Развиваются новые подходы к лечению, профилактике, модернизируется и система анестетиков. Поэтому можно смело говорить о том, что поход к стоматологу будет безболезненным. Современные пломбировочные материалы обладают свойствами, которые позволяют не только стоять долго, но также сохранять герметизм и восстанавливать функцию зуба в полном объеме. То есть восстанавливаются все бугорки, все фиссуры. То есть зуб не только функциональный, он еще и красивый и ничем не отличается от настоящего зуба. Екатерина Ткач – пациентка стоматологической поликлиники. Брещанка считает, что здоровье полости рта и зубов в первую очередь ответственность самого пациента. Обращаюсь. Давно лечила здесь зубы и второй раз посетила данного врача, чистила камни. Очень хороший врач, очень всем рекомендую, хорошая поликлиника. Мнение Екатерины разделяют и другие пациенты. Как нужно следить за зубками? Почему они должны быть здоровыми? Надо их каждый день чистить. Стараемся раз в полгода проверять свои зубы, чтобы они были здоровые, ходить на осмотры, и также детей своих тоже. Лучшее лечение – это профилактика, истинно известная, но действенная. И тогда поход к стоматологу точно будет приятным.